победой. Казахстан и Европа здесь. Сыграть 10 лет, предложение на первом оказаться невозможно. Сегодняшний вечер, как я понимаю, если у меня хоть как-то получается предвидеть будущее, скорее всего, будет проходить так. Мы немножко попоем, а потом мне начнут приходить записки с вопросами. Я на них буду отвечать. А потом мы еще немножко поговорим. А потом начнем, потом наступит Новый год. Ну и Рождество. Так что, а свет никак не потушить, да? Наверное, невозможно. О, уже лучше. О, так совсем хорошо. Окей, спасибо. Все на первом.
порядок вещей, кто выгибает судьба. И можно солчать, а можно вызвать огонь из себя. Мое умение выжить достойно применения в житейской войне. Но что мне делать с женщиной, которая приходит ночью ко мне? Она горит, как звезда, она кричит на меня, как судья. Она знает, как вызвать огонь на себя. Начальная походка легка, в кармане звезды и билет. Но те, кто играет наверняка, потом продали след. А ей все равно, ты или кто-то другой. Она живет, как горит, она любит, как жарит огонь. Ее нежной, как ночь, мрамор плечей, ее молча любви.
решит писать песни, предупреждаю тех, что все, что вы напишете, с вами произойдет. Когда начинаешь, обычно этого не знаешь. Брат, не ходи. Хочу ходить строго, хочу ходить один. Иду в малину с лёгком, линии огня. Отживись от меня, брат никотин. Отживись от меня, брат никотин. Я пришел молиться в церковь, из алтаря видим власть. Господь идет пригородный поезд, верный всегда был нас. И если мне станет душно, когда горят тормоза, я смотрю бы под белоснежный поклон, мне ненавижется лезвие ножа. Все дорогутся, хотя никто никуда не идет. Потом все вертится, время шурша. И вот моя жизнь под суетом приходит в рейсе. На лезвие ножа. Если я рухну, рухну как-то не так. Нас у Бога много, программ на педал. У каждого в сердце разбитый гетер один. Отсветись от меня, пока не поздно, брат никотин. Я знаю одну песню, летит, не касаясь земли. Лето не сожжет ее, льна не остудит. Хочешь, ругай ее, хочешь, хвали, но не было такой и не будет. Я знаю одну песню,
на вкус как пожар. Попробовавший раз не забудет. Хватило б только сил самому возвратить этот дар. Ты в турке строят пули жесткие.
святыни палец пряжет на руке. Знак червонца проступает без тайника на доске. Диверсанты ходят строем по болотной и Тверской. Боюсь, что стыд по городу древней русской доской. Остерегайся говорить о святом. Не то кроткие, как голуби, поймают тебя. Безгрешные взнуздают тебя. Служители любви вобьют тебя в землю крестом.
Судя по выражению лица, ты совсем недавно вышел из леса. А судя по тому, как ты смотришь вокруг, ты снова хочешь туда зайти. Я восхищен твоим талантом тащиться. Скажи, откуда ты все время берешь тех, кто согласен тебя тащить? И знаешь, папа, говоря о жене, тебе могла бы подойти крановщица. Она сидит себе между небом и землей, ей пофиг, как кто хочет жить. Если хочешь научиться красиво жить, давай сначала научись
сохранились открытия пленума. Я сказал, что я не приду. Но кто будет выпить на ночь 2 литра воды, чтоб с утра была цела голова? Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Кемерово. Thank you.
Спасибо. Ну, а теперь, если у вас есть хоть один вопрос, самое время их задать, пока еще осталось чем отвечать. Рассмотрировать невозможно, я помню, 5 лет назад. Я просто хотел сказать, что то, что начиналось с приглашения за эти поддержать нас трудную минуту, я понял, что мы нам помогли выполнить еще много плановых показателей. Зря смеетесь, у меня в плане от Рособнадзора не только стандарт алкогольной пропаганды, но также повторяющиеся мероприятия по поводу профилактики употребления онова, а также прекурсоров типа никотин. Спасибо. Вы живой смерть на данном уровне. Близкий друг решил уйти в Дацан монахом. Разорвал связи с друзьями резко. Ищу очень утешительную песню. Вы можете спеть такую. Во-первых, можно начать с классики. Вот кто-то со ступочки спустился, наверное, мило ему идет, на нем монашеская ряса, она сама меня сведет. Ну и так далее. Песен много, выбирайте. Они половину из них точно подойдут. Была на вашем концерте, ПКЗ с оркестром. Нереальное ощущение, надо думать, спасибо, спасибо. Спасибо. Подойти вы можете, конечно, но просто дело в том, есть одна подозрительная фраза. Несколько лет тому назад вы обещали. Я точно знаю, что я никогда никому не обещал ничего за последние 25 лет. Это факт. Я просто знаю эту ловушку, стараюсь к ней не попадать никогда. Поэтому будем на подойти. Еще можете задавать. Устно, если вы есть. Еще. А человек из Кемерово имеет реального прототипа? А? А человек из Кемерово имеет реального прототипа? Фильм Pulp Fiction, помните? Смотрите, Тарантино. Как по-русски называется? Криминальное чтиво, да? Вот там был такой мистер Фикс. Русский вариант. Смесь мастера Гриша и мистера Фикси. У вас были моменты, когда вы точно понимали, что вам, что ваш голос магия? Нет, это дело не твое, понимаете. Твое дело петь, а понимать это ваше дело. Я предпочитаю ничего не делать. Дальше. Вы можете поделиться секретом, как вы запоминаете или помните столько текстов? Вам будет легко. Дело в том, что, клянусь вам, поверьте моему опыту, более чем 40-летнему, запомнить текст песни невозможно. Просто невозможно, потому что, если бы он был логически, даже тогда было бы невозможно, потому что было бы непонятно, по какой линии идти. А когда он, как у меня, не очень логически, мягко говоря, другой логике подчиняется, то запомнить его нельзя, может быть в том состоянии, в котором, которое свойственно этой песне. И тогда каждая строчка воспринимается заново, и думаешь, вау, ни хрена себе. Вот это интересный поворот. Даже если песню пел до этого 200 раз.
Поэтому да. Мне один раз просто как эксперимент мне дали один близкий приятель, художник, то ли делал, собственно, умолял меня, чтобы я не спел песню «Кострома Ламу». Я говорю, я не помню эту песню совсем, но я тебе текст достал. Я положил передо мной текст, и я не смог ее спеть. Спасибо, спасибо, спасибо. Степан, спасибо за предложение сыграть на ситаре у нас. Свяжитесь со мной в Фейсбуке, и мы будем это иметь в виду, потому что иногда ситар мне очень бывает нужен. У меня, собственно, есть и свой, но я буду играть мягко говоря, не умею. Как найти в Фейсбуке? Борис Гребенщиков. Два, есть две страницы Бориса Гребенщикова, один в красной рубашке, другой в розовой, оба мои. Все равно. Бог Дилан – Нобелевский лауреат. Скажите, что он для вас значит? Смотреть, как двигаться навстречу, спеть мы не сможем так навскидку, потому что мы очень давно не пели. А Дилан что значит? О, человек, который показал, ну, абсолютно вот, учитель. Если у меня есть учитель, то их два, три. Гряшкин научил меня, как петь. Кучава научил меня тому, как должна быть сложена песня, а Дилан показал мне все остальное. То есть Дилану я обязан всем, примерно я весь вышел из Дилана, как что-то из Шина Любовы. И случилось это так, когда я писал свои самые-самые первые приличные песни, я не мог поверить, что все так просто. И я ходил по всем друзьям и говорил, слушайте, у нас в России есть кто-нибудь, кто был, вот, делал то же самое, что Дима. Потому что понятно, что ни Брячко, ни Джава, ни Высоцкий, ни все остальные не имеют никакого отношения к этой сегодняшности, сейчасности, которая была у Димы. И все мне говорили, нет, и не пытайся найти, потому что Дилана на русском языке быть не может, потому что русский язык вообще не располагает к этому. Я говорю, к чему этому? Ну, к этому. Я долго думал, что значит к этому, потом понял. Русский язык, как по соображениям моих друзей и оппонентов, не располагал к тому, чтобы петь на мажорных аккордах. На русском языке, как они считали, можно петь только минорные песни. Что означало автоматическое загоняние всей русской культуры довольно странное русло. Почему у нас должны быть только мрачные песни? Почему только печальные песни? Почему нельзя про счастье петь? Почему нельзя петь? Мне там Но я решил задался вопросом о том, можно ли это сделать, и как раз Дилан мне показал общую канву. Я тогда еще не знал, что общая канва Дилана – это канва старинных английских, ну, кельтских, в общем, на самом деле, кельтской музыки, на которую большая часть того, что я сидел, написано на этом основании. И я взял то же самое и начал писать не про то, про что писал Дилан, а про то, что я видел вокруг. Вот так получился акварель, в общем. Вот вкратце. В одной из ваших песен вы вопрошаете «Боже, помилуй полярников». Я не вопрошаю, я прошу. Нет, не могу, по самой простой причине. Однажды с одной японской старушкой-ювелиром чудесной я сидел под полной луной, и мы пели разные песни. Под полной луной, оказывается, петь не так просто, потому что полная луна не выдерживает искусственности. И вот я пел, разные, все было отлично, потом думаю, спою полярник, вообще я люблю эту песню, красивая, много раз интересного всего. Я пою и понимаю, что я жую картон, потому что эта песня придумана, она не настоящая, она придумана, она очень хорошо придумана. Это красивая придумка, и мне она очень нравится. Но вот тогда, с тех пор я эту песню не пел, и прошло уже лет 15 лет. Но если вы полярники, тогда расскажите, пожалуйста, сказку добрую.
сделаю лучше. Я докажу вам, покажу вам, что ее рассказывать не надо, мы находимся в ее середине. Вот насколько она добрая, зависит от того, какие вы. Все, если нет вопросов. Нет? Да. Ага. Да, конечно. А? О, хороший вопрос. Примерно 60 с небольшим лет я ищу на него ответ. Думаю, что ответа на него и нет. Потому что если бы по поводу любви были рецепты, они были бы давно собраны в книгу, изданную Министерством любви, и виновные несоблюдения платили бы штраф. Их не выпускали бы за границу. Было бы ужасно. Если бы у людей появятся рецепты, тогда можно оттуда сразу уходить. Спасибо вам. Нет, потом я уже отвечать не буду, все. Уже на все отвечу.
прав, господин. Я вспомнил твой взгляд осторожно. Ты перепутал, мой брат. В этой жизни я не ошибаюсь.
брошенных на лод. Песня больше не нужна, звучит с песней перестает. Thank you.
Я, признаться, совсем не заметил, как время ушло, унося с собой все, что я выбрал следом. И оставив меня в пейзаже, где все как всегда, но на ощупь не прочь, как дым. И сама компаньон неизвестен мне кто-то точно такой же, как ты.
Я плохо не знаю, что делать. Рок-н-ролл.
Врачи все время расходятся в диагнозе. Вальс точно нет. Thank you.